многословное название нового дома и показ в рамках недели высокой моды в Париже. Главным образом свадебное платье, контраст света и тени, конфликт ангелов и демонов. Знаменитый фильм «Невеста была в черном» мог бы послужить одним из источников вдохновения. Почти вся коллекция была решена в монохромной гамме. Оказывается, число комбинаций и сочетаний может быть поистине безграничным, если к тому же добавить редкие цветовые вкрапления синего и пурпурного. Джамбатиста Валли работает для тех, кого зовут светскими женщинами или девушками. Список клиенток его дома, которые заказывают у него платье от кутюр, растет от сезона к сезону. Ко мне приходят совсем юные 20-летние, они уже состоявшиеся клиентки прославленных домов моды. Я предлагаю взглянуть на высокое шитье иначе, почувствовать новизну, свежесть, новые тенденции. Очень многое зависит от использования цветовой гаммы, которая может полностью изменить настроение.